Что самое интересное ты узнал сегодня? Я самое интересное узнал, что есть здание «Золотые мозги». Так здание Президиума РАН называют в народе. Российская академия наук, символ прогресса и открытий, появилась почти 300 лет назад. День ее основания стал Днем российской науки, который сегодня празднуют по всей стране. Химкинский лицей номер 13 присоединился к празднику. Сегодня 8 февраля, День российской науки. Мы рассказываем детям о самых известных ученых, о истории, что они сделали для нашей страны, потому что их имена должны знать все, я считаю. Проект десятиклассниц Милены Несимовой и Ксении Харлашевой юные химчане приняли с восторгом. Каждую четверть девушки проводят классные часы, рассказывают младшеклассникам о самых значимых датах в истории. Это довольно интересно, когда дети слушают тебя, они кричат на весь класс. Вот. Мне нравится этим заниматься, интересно. Россия стала первой страной, где разработали учение о биосфере, впервые в мире запустили искусственный спутник Земли и атомную станцию. Немало российских и советских ученых отметили Нобелевскими премиями. Любовь к науке прививают с детства. Я увлекаюсь химией больше всего. Во втором классе? Ну да. Я даже в первом еще рассматривал, допустим, кусок лимона под микроскопом. А где ты это делал? У меня дома просто есть микроскоп. Формат лекции не помеха для любознательных второклассников. Ломоносов, Менделеев, Сахаров, Королев. Биографии достижений этих людей изучают внимательно, после уроков. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.